граница Германии, точнее Австрии и Венгрии. Вроде нас пока не обобрали. Что, Макс, скажешь по этому поводу? Да, в предыдущий раз, когда я выезжал из Австрии в Италию, на границе с нас взяли штраф за то, что мы там не купили какие-то австрийские тикеты за пользование автобанами. А сейчас вот, пожалуйста, вылетели из Австрии в Венгрию без проблем, никто ничего не спросил. И тут же вон начались бордели. На границе с Австрией и Германией. Найт-клаб. Да, сразу начинаются всякие найт-клабы, куда ездят, куда австрийцы и немцы ездят за дешевыми девчонками. А сейчас вот все, до Будапешта осталось 170 километров, и мы уже в Венгрии. Ура!